Итак, ребят, всем привет. Давненько мы с вами не видались. И вот я решил свою ломочку снять, поковыряться в одном домике. За окном у нас уже полностью зима, снег выпал, морозец. Добрался я вот до такого местечка, здесь домик. Домик, в принципе, ничего особенного у нас тут предвещать не будет. Очень сильно замусорен, я вам сейчас его покажу. Вот, какой-то комрад здесь уже начинал швыряться, но походу перспектив никаких не было, и он его бросил. В общем, моя сегодняшняя задача такая. Будет, возможно, даже какой-то, как вам сказать, интрига. Интрига в чем? Хочу немножко пошурфить, а потом попробовать найти закладную монету. Сами знаете, что закладные монеты у нас находятся между первым и вторым венцом. Венцы здесь на месте. И я с собой взял специально для этого оборудование. Чуть позже, может быть, я вернусь. Вот, сейчас я покажу, какая у нас ждет здесь обстановка, что мне предстоит здесь сделать. А также я вам покажу уже первую находку после первого штыка лопаты. Так что смотрим. А домик, ребят, вот такой вот бедненький. Очень маленький домик, но, в принципе, в таких домах, возможно, что-то и найдется эдакое. Мусора здесь очень много. Комрады здесь вот шурфить уже начинали в углах. Здесь тоже немножко. Здесь тоже. Вот здесь вот сигнал, но я не пробился, потому что промерзло. Но земля здесь промерзла не вся. Вот, выковырял я бревно вот это вот. И был сигнал, и вот на первое... Наверное, монета все-таки. Монета, наверное, советская. Да, наверное, потому что окисел у нее именно характерен советским монетам с 60-го года. Но все равно, первый сигнал, буквально никаких трудов, затрат у меня и энергии не было на поиске этой монеты. Вот, так что посмотрим, посмотрим. Будем сначала долбить, где мягкая. Вот, и потом выковыривать все мягкий грунт наружу и уже прозванить жесткий, который уже промерз. Так что вот такая вот у меня сегодня задача, пробежать вот этот вот, как минимум. А если находки будут нормальные, то придется, наверное, и вот эту вот кучу мусора все разгребать. Дабы хорошо, что соседей в этом доме нету, в следующем доме тоже нету, пошуметь можно. И весь мусор можно выкидывать в окошко. Участок ничейный, брошенный, так что посмотрим. Итак, ребята, освобождаю я угол для сброса остального мусора. То есть здесь я сейчас все прозвоню. Вот, а то, что сюда накидываю, я потом обратно закидаю. Этот мне угол нужен для того, чтобы я сюда весь мусор скидывал. Потому что здесь все засыпано и не знаю, куда выкидывать все для прозвонки. И был сигнал. Сигнал, вот он. На этот раз копеечка хорошая. Советская. Год 49-й. Копейка 49-го года. В принципе, неплохой. Неплохой. Продолжаем. Итак, ребята, очередной сигнал. И это снова монета. Замерзшие в камушке. Вот на монетке лежит. Что за монета? К сожалению, не знаю. Только могу догадываться, что это двушка, наверное. О, она хорошая тем, что старый герб, ребят, проглядывается. Значит, до 31-го года двушечка. Ладно, хорошо. Разглядеть, конечно же, можно только старый силуэт герба, видите? Вот, а по размеру двушка. Надеюсь, 27-го года. Надеюсь. Идем дальше. Итак, ребят, только что поднял трешечку. Вот она на подоконнике лежит. Я вам ее не показывал, потому что ничего интересного. Обычная трешка после 60-го года. Но следующий сигнал покажу обязательно. Смотрите. Кто поймет, что это такое? Нет, на может быть. Но, смотрите, переворачиваю. Та-дам! Офигеть!
эмаль на месте. БГТО. Офигеть, вот эта вещица. Такой вещи у меня еще нет. Очумелая. Классная. На ней все на месте. То есть эмаль все на месте. Даже сзади вороток имеется. Не, воротка нету. Но, по крайней мере, вот так вот классно выглядит у нас находочка. Класс, 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 класс. Вот чем мне нравятся маленькие дома. Потому что площадь шурфа всего-навсего маленькая. А находок может быть в изобилии. Я уже 4 монеты поднял. Не знаю, что до этого комрад подымал. 4 монеты и вот это. Причем ковыряюсь только вот здесь вот, в этом эпицентре. Ладно, идем дальше. Зачет. Уже можно палец ставить. Видео состоялось. Будь готов, БГТО. Итак, ребят, знак БГТО я почистил и хочу вам показать во всей красе. Смотрите, в каком бодром виде у нас значок. Как будто он только что с рубахи того времени. БГТО. Будь готов к труду и обороне. Эмаль вся на месте. Хорошо проглядываются надписи. Вот, так что вот такой вот зачетный. И немножко информации об этом знаке. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. В 1931 году в СССР появился проект о физическом воспитании граждан страны. Основной задачей стало заинтересовать население спортом. Для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак, имевший название БГТО – «Будь готов к труду и обороне». В декабре 1931 года выдали первые значки, отличившимся 35 спортсменам. К концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек. «Будь готов к труду и обороне!» – зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд, проплыть 100 метров, пройти на лыжах 10 километров, а там, где не бывает снега, совершить пеший переход. Будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным. Для получения такого значка необходимо было пройти испытания. Всего 21 испытание. В основу легли возрастные ограничения. Теперь значок БГТО получали дети от 14 до 15 лет. Значок ГТО первой степени с 16 лет, а значок ГТО второй степени с 19 и старше. В последующие годы и возрастные рамки, позволяющие получить значок ГТО. Этот диапазон составлял от 10 до 60 лет. В 1991 году знак ГТО упразднен, так как с распадом СССР исчезло такое понятие, как нормативы ГТО. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше, причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща, в специальных группах. Начали! Ничего. Нагрузка невелика для вас. Итак, ребят, решил я немножко разнообразить свой шурф и хочу вам еще показать один метод нахождения монет, но монет закладных. Закладные между венцами, между первым и вторым венцом. И сейчас я вам это продемонстрирую. После значка я пока ничего не нашел, но решил немножко разнообразить и вам показать еще один метод. Не знаю, получится нет что-то найти, но метод я вам покажу. В общем, иду я в один угол, вот в этот. Здесь комрад шурфился. Правда, здесь уже лежит кирпич красный. Возможно, уже там ничего нет. Но поднимать
угол я буду именно вот с этой стороны. И здесь тоже кто-то пытался что-то прозвонить, что-то пытался посмотреть. И я сейчас посмотрю, вот этот первый или все-таки второй. Это, так, это у нас, наверное, все-таки первый. Надо поднимать. В общем, вот здесь вот, вот в этом месте, и поднять вот эти вот два венца. И сейчас я это все сделаю. И вам наглядно все это покажу. Не знаю, получится, нет. Но попытка не пытка. Разнообразие. Итак, ребят, мой венец уже, оказывается, подымали. Вот эти вот, видите, вмятины. Вот вмятина, вот вмятина. Это свежие. И втыкали домкрат. Потом, когда у них не получилось, они подкопали здесь вот ямку. Ну и я умудрился, поднял венец. И там у нас чистенько. Пусто. В общем, кто-то здесь до меня подымал венец. Ну так вот. Вот таким способом двухтонника домкрата достаточно поднять угол дома. Ладно, там он еще один венец. Сейчас я перейду туда и посмотрю, что там. Итак, ребята, на этом венце то же самое. Ямка вырыта. И видите, имеется... В общем, его тоже домкратили, этот угол. Попробую я тоже его поднять. А может, комрад что не углядел? Итак, ребят, плюнул я на этот угол. Не получается там поднять. Земля промерзла, подкопать, поддолбить невозможно. А сам шток от гидрача, он просто-напросто весь входит в бревно. Бревно там гнилое. Толстая, и домкрат весь уходит как сыр в масло. Не получается там. Ну ладно, оставим мы это дело и продолжим нашим стандартным делом. Но как вариант, можно так находить монеты. Итак, ребят, сигналит камушек, и он постепенно отогревается у меня в руках. И отогрелась уже монета. Возможно, монета. Очень радует. Такой камень здоровый был. Оп. Появилась монетка. Что за монета, не знаю. Приятно. Был здоровый камень. Лед. И в пальцах. Отогреваю ее. И появился кругляшок. И это у нас стопудовая монета. Советская. Смотрите, видите, вот этот вот культурный слой, вот как раз он и нам и нужен. Но он, зараза, промерз. Здесь вот, походу, печка была. И вот он тоже. Видите, какой кусок культурного слоя. И мне приходится под ним подкапывать и выковыривать все, что угодно. Но хороших сигналов там нету. Весь культурный слой промерз. Ладно, будем копать то, что возможно. Хорошая, зачетная находка. Итак, ребят, ну вот и монетка. Долгожданная тем, что это экземпляр 15 копеек 1946 года. Вот такой вот монитос вышел. Неплохо, неплохо. Пока визуально вижу, что это единственная монета, которая более-менее, которая приятно выглядит по сравнению с остальными выкопанными монетами в этом шурфе. Так что ладно. Нашел я еще какую-то хреновину. Я ее не выбросил специально. Это для того, чтобы потом посмотреть, что это такое. Не знаю, цифра какая-то проглядывается. Возможно, это какая-то лабуда. А может быть, что-нибудь эдакое. Но это алюминий, по-моему. Ну, вот такая фигня.
Ну ладно, такие вещи тоже не выкидывайте. Возможно, что-то будет эдакое ценное. Потому что на одном шурфе я тоже поднял ромбик. Такой, знаете, белого цвета. А потом, когда начал чистить, и просто в шоке был. То, что это был знак. Да здравствует революция. Серебро. Так что ладно, продолжаем. Итак, ребят, здесь вот у меня был такой, знаете, пупок замерзший. Я на нем попрыгал, он обломался. Я его вытащил, выкинул подальше. Вот он какой культурный слой, смотрите. Абсолютно все. Стекло, кирпичи, засыпка. И после этого я вытащил кругляшок желтенький. 2 копейки. 53-го года. Здесь сохран, смотрите, хороший. А с этой немножко подъеден. Болячки. Эти болячки потом при чистке превращаются в кратеры. К сожалению, монета уже не коллекционная получается. Ну ладно, пойдем дальше. Итак, ребят, находка. Находка уже приятная. Вот такая вот большая 5-копеечная монета. Год, к сожалению, сказать не могу. Блин, здесь все грязное, сырое, мокрое. Но это пятак. 40-го года, по-моему. 40-й. Вот, да, 40-й год. Зачетное. Классно, классно, классно. Подымал еще несколько копеечек советских. Не снимал. Идем дальше. Итак, ребят, находка. Находка где-то здесь вот такая. А, вот она. И это у нас... Ух, какой хороший. Классный. 20 копеек. Без каких-либо болячек. Это пока сегодня самый лучший монетос. 20 копеек. Год. Вместе с вами сейчас посмотрим. Или не посмотрим. Давайте посмотрим. 55-й. Классный. Классный, классный, классный. Продолжаем. Сейчас, наверное, надо чаек попить. И продолжить вот сюда вот углубляться. Ближе к центру, к дому. Вот именно сюда вот. И вот сюда. Все будем подкапывать, выковыривать и смотреть. Вот такие валуны у меня получаются. Замерзшие. Ой. Еще один сигнал приятный. И в камушке вот так вот, смотрите, лежит. Что это такое? Берем. 20 копеек. Тоже сохран, смотрите какой, ох, хороший, 44-й год. Не знаю, дорогой, нет, но посмотрим чуть позже. 44-й год, 20-ка, вот такая вот залипушка. Здесь сыро, очень сыро, к лопате все пристает, сразу же все примерзает. И вот такие вот хреновины на лопате уже не отбиваются. Катушка, как вы видите, у меня новая. Спонсор предоставил. Так что большое спасибо нашему спонсору Shop Detect, который нам позволяет продолжать шурфить. Без катушки шурфить вообще невозможно. Так что идем дальше. Итак, ребят, сигнальчики пошли уверенно. Прям, блин, очередной камушек вот я выложил. И он у нас сигналил. И я его специально не раскрывал, чтобы вам показать. Где-то у меня проглядывался гурт. Вот, видите? Проглядывается гурт монеты. Вот он красивый лежит. Сейчас будем вскрывать. Так. Что за монетка? Ух ты, блин, царь, не ожидал, не ожидал, царская монета, по размеру двушка, наверное,
Блин, сейчас пальцем начну водить, грязь разведу все. Да, это 2 копейки царские. Класс. Вот это да, сохран классный. Смотрите, без болячек. Но приятный, приятный. Первый царь. Год 1871 год. 71 год, это в принципе дорогая монета, ребят. Он достаточно приятных денег стоит. Но себестоимость я сейчас вам прикладываю. 2 копейки 1871 года. Дзень-дзень, как говорится. Класс. Не зря я сюда пошел. Продолжаем. Итак, ребят, на улице уже темнеет. В доме вообще темно. На камеру-то, в принципе, ничего передает. Но уже темновато. По крайней мере, мне ни хрена не видно. А камера как-то освещает. У нас монетка советская. Ох, прохладно. Ну, по размеру 3. Не знаете, что за монета. Надеюсь, вы увидите. Ух, неплохая. 53-й год вроде. Вот такая вот монетка. На катушке такие наросты нарастают, ребят. Систематически приходится отламывать вот эти вот наросты. Вообще жуть. Становится тяжелый. И вот приходится наросты эти отламывать. Вот так вот. Здесь все промерзло. А там аж лопата чавкает. Лопату приходится постоянно отбивать. Кидать тяжело. Смотрите, вот видите, какое говно на лопате нарастает. Замерзает мгновенно. Здесь еще чавкает. Туда выбрасываешь. Оно прям тут же встает корочкой. Ладно, еще покопаем. Не знаю, буду еще монеты вам показывать, нет, но буду копать до темна. Пока есть возможность, тем, что сегодня еще достаточно тепло, поковырять. Раз раскопал я здесь до мягкого грунта, можно и до темна поковыряться. Так что продолжаем. Да, ребят, монета сама вытащилась. Так, где она в темноте-то? А, вот она. Сама выпала. Тащил в кулачке, кулачок начал прозванивать, ничего в кулачке не было. И потом визуально нашел. Это у нас пятнашка. Какой год? 43-й, блин. Нет бы 42-й хоть раз попалось бы. Нет, 43-й. Ну ладно, продолжаем. Итак, только что пятнашка. И рядом же сигнальчик выбросил. Вот он. Это у нас тоже пятнашка. Тоже 43-й, что ли? Нет, 41-й. 41-й год. Классные медно-никелевые монеты здесь. Такие бодренькие. Класс. Продолжаем. Итак, ребят, здесь вот что-то сигналит. И, надеюсь, вот эта вот полосочка, это монета. Да. Это у нас монета. И что это за монета? Неплохой сохран. Ух. Сохран реально хороший. 48-й год, 3. Да. Бодренькая. Неплохо. Жалко бросать этот шурф. Тем, что завтра он уже снова замерзнет. А, жалко, жалко, жалко. Ну ладно. Может быть, завтра, если будет время, вернусь, если тепло будет. Сегодня нормально, минус 8. Но здесь вот уже все встанет, потому что здесь очень сыро. Прям лопата чавкает. И моментально. Хотя, может быть, забросаем мусором, бревнами. Не знаю, посмотрим. Итак, ребята, шурф дает и дает. Вот очередной камушек я выбросил. И смотрим, что это. Рубль. Или что это? Копейка.
копейка 24-го года. Копеечка 24-го, хороший саханчик. Бодрый. Блин, я что-то, блин, знаете, не ожидал 24-го. Думал, рубль какой-нибудь советский. А это копейка 24-го. Блин, зачетный, дает и дает фундамент. Всего-навсего вот, вдоль стенки шурфлю. Никуда не, это самое, не углубляюсь. Уже, как видите, темно становится. И бросать надо, бросать. Черт возьми, жалко, обидно. Фонарь я с собой не взял. Не ожидал, что данный дом может хорошо так дать. Вот такой вот обычный маленький домик. Ничего заурядного. Лепнины нет, ничего нет. Обычный домик обычного смертного. Работяги или же крестьянина какого-нибудь. Ладно. Надо что-нибудь здесь делать. Утеплить, наверное, надо чем-то. Если бросать, накидать каких-нибудь бревен, мусор накидать сюда, чтобы утеплить это место. Может быть, завтра вернусь. Ладно, поживем, увидим. Чего загадывать. Итак, ребят, еще одна монета. Выйду-ка я, наверное, на свет, чтобы фокус хоть какой-то был. Так, что это у нас? 20 копеек. Год 43-й. Ой. Хорошая зачетная монета. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята, больше нет возможности снимать. Яма моя, вот она такая черная, темнота там жуткая. И фокус теряется. Снимать невозможно. И хочу закончить и сделать обзор того, чего я накопал. Накопал я здесь вот такое количество монет. Некоторые монеты, к сожалению, прочитать, датировать не смог. Вот, так что знаете, что я сделаю. Сейчас я еду домой. Монетки я закину в свою супер жидкость. Помою их. Простерну как следует. И вам покажу все цело, что у нас получилось. По двадцаткам вообще классно. Двадцатки, пятнашки. Все рамочники. Царская. Классная вещица, потом копеечка. И вот сегодняшний зачетный такой вот. Да что я буду вам говорить? Давайте я домой приеду и вам покажу все. А сейчас все, собираемся. Собираем свои манатки и едем. Итак, ребят, закончу я сегодняшний шурф. Пошурфили мы удачно, я считаю. Вот. Все, конечно, измазались, как черти, грязные. Вот, так что не обращайте внимания. Если хочешь, как говорится, кататься, люби саночки возить. Приходится мусор перебрасывать, приходится трудиться. Вот, так что сегодняшний шурф достаточно успешно был тем, что достали мы медь, царскую медь, затем 24-го медь, ГТО значок классный, редкий, я таких и не встречал. Вот, ну и куча советов. Причем, как вы видели, зашурфил я всего-навсего одну стенку. Вот, и то не дошурфил. Вот, немножко я это все дело присыпал, там мусором утеплил. Не знаю, получится нет. В следующий раз приеду, узнаю, будет ли здесь что замерзшее, помогла ли моя засыпка утепления. И вот здесь вот зачетно тем, что под порожком я сейчас попробовал лопаткой. Классно, чердачная засыпка, то есть опилки, как вы видите, нету нифига чердака. И все упало вниз. И тем самым здесь утепленное очень хорошо. То есть, возможно, очень сильный мороз. Можем здесь и покопать, снять ломку. Ломает зимой как наркомана. А настоящие комрады меня поймут, что это за ломка. Или настоящие наркоманы поймут, когда ломает очень жутко. Так что с вами я не прощаюсь. Сейчас отправляюсь домой.
монеты чищу и показываю во всей красе, что у нас за монеты, какого экземпляра, какого сохрана. Так что все, не переключаемся, ждем монеты обзор. Итак, ребят, приехал я домой и на скорую руку быстренько я почистил все свои находки, которые сделал в этом доме. Ну, что хочу сказать, монеты почистил полностью, но немножко шлифанул именно с одной стороны. Как вы видите, с другой стороны у меня как бы не чищенные монеты. Вот, просто шлифанул, и монетки, в принципе, после чистки выглядят так. А потом довожу до ума, убираю красные пятна. Вот, так что получается вот так после чистки. Вот. Хорошо почистились медно-никелевые монеты. Очень шикарно. Монетки просто загляденье стали. Вот. Вот. Что еще хочу сказать. Попалась советская ходячка. Между прочим, даже 50 копеек. Она была обросшая. Я думал, это двушка или червонец советский 61-го года или что-то в этом роде. Но нет, оказалась ходячка. Советские монеты тоже, 79-я копеечка оказалась, 87-го, а пятнашка 61-го. Вот, оказалось, еще есть вот, вот такой вот рамочник 10 копеек. А год я, к сожалению, не увижу, 31-й год вроде. Вот, но самое ценностное, что у нас было, это, конечно же, медь. Это копеечка 24-го года. Неплохой такой внешний вид, сохранчик бодренький. И, оказывается, царская монета вообще шикарного бодрого сохрана. Это 2 копеечки 1871 года. Вообще бодрячок монета. Классная. Но все, что ценностное у меня было, конечно же, это вот этот знак БГТО. А период датировать это до военное время. В 1946 году такие значки уже были совсем другого внешнего вида. Так что будь готов к труду и обороне. Сегодня оказался просто ценностная находка. Но я вам хочу сказать, что это не все выкопанное из этого дома. Будут у меня еще и вторая, третья, четвертая часть этого дома. И я вас уверяю, находки там куда круче, чем вот сегодня. Это я вам гарантирую, так что не пропускаем вторую, третью, четвертую часть, а возможно будет еще и пятая. Так что сразу ставим пальчик кверху за труд и старание, вот, и снимайте ломку-то именно таким вот образом. Все, до следующих встреч на новом видеосюжете. Пока!